может учиться танцам? Поднимаемся, поднимаемся. Девушки, можно подниматься, можно танцевать на своих местах. Так что удачи, мастер-класс по хореографии! Сегодня мы будем танцевать самбу, хип-хоп. Так что все выходим, пусти. В любом возрасте, все-все-все на сцену. Сейчас с вами выучим маленький кусочек самбы, пройдем ее под музыку, дальше русский народный танец, пройдем ее под музыку и в конце хип-хоп, хорошо? Все очень просто, я показываю, повторяйте. Угу. А можно вам подвинуться вот так? Вот, ага. Спасибо. Извините. Спросили, да?